Так, друзья, первый боец лежит. Ботинок я вначале вылез. Вот он, солдатский, видите? Солдатский ботинок. Сначала вытащил, очень все в корнях, тяжело копать. Потом сразу понял, что должно что-то быть, проверил. В ботинке обычно остаются пальцы. Пальцев не было. Начал прокапывать. Ребята, вот кость вылезла. Вот, ребята, косточка, видите? Косточка человеческая. Все, оставляем. Ребята, приедет, будем уже поднимать все вместе. На этом месте получается уже 9-й боец. Если здесь боец, не может быть часть тела какая-то, просто может быть даже нога лежать. Просто может быть нога. Но факт, что уже что-то есть. Все, ребята, продолжаем. Лес, видите, какой? Болото. Капитальное болото. Солдатский трофейный немецкий котелок. Ну, вроде все просмотрел, почистил тут, как смог, в лесу. Ребята, надписи нет, к сожалению. Могла стоять фамилия, хотя бы инициалы, но вообще. Пусто, все равно заберу. Не каждый день котелки попадаются немецкие. О, нифига с этой... С колодкой, с, да? Колодкой совсем, ё-моё, офигеть. С тем бойцом лежал. Отвага. Обалдеть. Вот это да. Даже ткань на месте. Все на месте. Вот это да. Ну все, боец поедет домой. Этот по номеру определится и домой поедет. Лента. От пулемета Максима. Вон видно, хорошо. Не прорубить. Все, да, сейчас. Перерубь. Никуда надо ребра оттуда-сюда. Там пальцы есть? Да, он, да, все на месте. Да, есть. Пальцы, пятка, все есть. Смотри, это левый, там правый. Да, да. Ну, сегодня получается уже 5 человек. В одном раскопе 2 бойца и... Во втором раскопе получилось 3 бойца. Вот здесь один боец лежит. Ребята, ходят. Ужас войны. Ужас войны. Самый натуральный. Фух. Фух. Устал. Дождь идет сегодня целый день. Ё-моё, мокрые, как собаки все. Угу. О, сразу сели. Сестру я вот здесь сниму чуть-чуть. О, зубы все на месте. Да, да, и зубы на месте. Там, с моей стороны, зубов не хватает. Может, и выложить, нет? Ну, скорее всего, сейчас проверим. Ну, там не выложим. Слушай, что-то вроде даже есть что-то. Ладненько, сейчас щетку достану. Да, вот эти наросты надо снять, нафиг. Классно. Да, вот это ложка. Теперь понятно, откуда столько здесь погибших солдат, ребята. Посмотрите, каких размеров воронка. Да, патроны здесь, конечно, просто пачками лезут. Просто пачками. Мосинка, пожалуйста. Все, вон ткань видна. Ну, подсумок, скорее всего, был какой-то. Ребята, я уже запарился их под деревья носить. Потом придет команда специальная и будет собирать все эти вопы. Место будет указано. И они пройдутся под деревьями и все соберут. Повскрывал тут немного блиндаж. Такой прикольненький блиндаж был. Вчера здесь нашел, где этот самый котелок, который я потерял, ребята, в лесу. Где-то я его профукал. Надеялся на бойца, потому что пошли такие вот находки. Я думал, что боец, но вроде как ничего нету, ребята. Бойца там точно нету. Гранаты. Гранаты ручные. Гранаты оставляем для саперов. И вот это тоже оставляем для саперов. Видите, патроны, ребята. Патроны, патрончики. Целая пачка. Еще был такой вот ремешок с алюминиевой пряжкой. Похоже, что немецкий, ребята. Не знаю, ремешочек. Патроны посмотрим для прикола. Видите, в бумаге. Мосинка. Все в бумаге, все аккуратно завернуто. Вот так вот, красота какая. Опа. Вот они, красавцы. Потом уже придут, заберут на утилизацию. Вот это да. Вот это балда. Вот это балда, так балда, ребята. Офигеть можно. Просто офигеть. Всякого видал, такого ни разу. Я только посмотрите на эти размеры, друзья.
Он просто нереальных размеров. Все это будет сапер забирать уже на подрыв. Оставляю, точку забиваю. И будут все забирать и взрывать. Хорошо, что у нас в Литве такого не попадается, такого ужаса, такого чуда. Пришлось бы тоже там пострадать бы, еще бы связываться там с это самое, значит, с местными властями. Проблем не берешься, нафиг оно надо. Так что у нас как-то такого я не замечал. Вот. Ездим по другим странам, так сказать. Помогаем, официально помогаем поисковым отрядам. Пожалуйста, тут лезет. Ну, боевые позиции, боевые места, поэтому все это, какашки все эти лезут. Нашел, друзья, целый ящик мин. Все лежали по ящичке. Вот он. Ящика сохранился. Дерево и мины. 50-ки, по-моему, получается. Тоже все пойдет на утилизацию. Все сапером. Вон, сука, ребята. Полный-полный ящик. Дерево сохранилось. Хожу, ищу вчерашний потерянный котелок, друзья. И пока вот ходил-ходил, нашел еще один котелок. Но тоже, как посмотрел, пригляделся, рассматривал. Вроде никаких надписей нету, к сожалению. Но есть вот отверстие. Видите, то ли от пули, друзья, прилетела пуля вот прямо в котелочек, то ли от осколка. Скорее всего, пуля. Очень похоже, такое отверстие более круглое. Ну, такие вот дела. Страшное дело здесь творилось. Просто страшно. Представляете, что столько здесь всего летало, столько всяких каки, что даже вот прилетало в котелки прямо. О, ребят, смотрите, какая находка. Каска, что ли? Да, ребят, каска солдатская, смотрите. Самая настоящая солдатская каска с войны. Вот она лежит здесь. Сгнила просто, ребята, в пух и прах. Вообще от нее ничего не осталось, смотрите. Просто полностью ушла.